полезные и прекрасные. Сумочки – это давняя женская страсть и бесконечное пространство для дизайнерской фантазии. От сезона к сезону дамские аксессуары становятся все смелее и неординарнее. Больше не существует правила, обязывающего подбирать сумку и туфли одного цвета. И можно без проблем сочетать черную обувь и яркую сумку. Хит холодного времени года – меховые сумочки самых разнообразных фасонов. Это может быть дорогой натуральный материал сдержанных оттенков. Не менее эффектно выглядит сочно окрашенный искусственный мех. Хороши также и сумочки из лоскутов плюша. Еще один тренд – длинные-предлинные клатчи. Не очень-то удобная форма, зато суперстильная деталь для делового лука или вечернего образа. Миленькая новинка – микросумки. Такие крохотные, что носятся на шее, словно бижутерия. Вариант повместительнее – поясные сумочки. Можно использовать по две сразу. Классический фасон не означает заурядный аксессуар. Такие сумки преображают анималистика, поп-арт, логотипы и красочные эксперименты. Главная тенденция – живые яркие цвета, желтые, зеленые сумки, в отличие от прежних спокойных пастельных расцветок. По-прежнему актуальны круглые сумочки. Набирают популярность асимметричные модели. Бахрома, ремни, стежка ромбом, цепи. Такой декор добавляет трендовости женским сумочкам этого сезона.